Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Бывший президент Украины Петро Порошенко решил напомнить о своем существовании американцам. Его партия «Европейская солидарность» написала коллективное письмо главе Белого дома Дональду Трампу. Соратники бывшего лидера незалежно обратились к президенту США с неожиданной просьбой. У определенной части украинской политической элиты, очевидно, существует опасение, что Вашингтон пожертвует интересами Киева ради примирения с Москвой. Члены партии Порошенко обратились к Трампу с просьбой остаться партнерами Украины. Под текстом подписались и спикер Верховной Рады Андрей Парубий и его заместитель Ирина Геращенко. Об этом рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, член Европейской солидарности Ивана Климпуш. Мы с коллективом подготовили и направили письмо президенту США с высказыванием надежды, что все-таки США и впредь будут оставаться надежным партнером Украины, которым она являлась на протяжении последних 5 лет, рассказала Климпуш. По всей видимости, Порошенко всерьез опасается за свое будущее. Против бывшего президента возбуждено более 10 уголовных дел. Его подозревают в легализации преступных доходов, узурпации власти, давление на суд. Предчувствие неладного, соратники пятого президента стали от него отворачиваться. Один из них, это премьер-министр Владимир Гройсман, обвинил Порошенко в узурпации власти и препятствии реформам. Обращение Европейскому солидарности к Трампу следует рассмотреть в контексте уголовного дела против Порошенко. Очевидно, что таким образом он напоминает Вашингтону о своем существовании и просит американцев о защите в случае, если дело запахнет жареным. США поддерживал Порошенко все годы его президентства. Порошенко также решил обратиться к влиятельным лоббистам в Вашингтоне. Эксперты не исключают, что в США замолвят слово за бывшего президента, если того арестуют и попытаются судить. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.